прибыли на место сегодня на рыбалку с Никитой. И вот такое красивое место тут. Зима у нас. Попробуем порыбачить вон возле той коряги. Не знаю, видно, нет, там торчит на речке. И выехали, еще было чуть-чуть темновато, под фарой мы ехали, а вот сейчас начинает расцветать. Не знаю, сколько там будем рыбачить, но будем пробовать половить ельцов. И как я смотрю, там кто-то поставил сетку, сетка там стоит. Ну ничего, мы ниже станем и ниже порыбачимся. Ветедлом. Рыбаки тут ходили, видимо, здесь спускались. Идем тоже от летчины. Так, осторожно. Где бурта я? Ну да, здесь и будем рыбачить. Вот возле этой коряги. Там сетка чья-то стоит. А здесь будет пробная рыбалка у нас. Поглядим, что-нибудь поймаем или нет. Лед где-то сантиметров 20-15, наверное. Подмолодец, блядь. Двоеточа. Иди туда. Кого-нибудь. Нифига, глубина. Вот это яма тут. Ну, яма здесь оказывается больше 2-2.5 метра. И песок возле песка. Еще вот один яма. Моментально стал клевать. Прошло-то 30 секунд. Да. Рыба подошла. Долбит непрерывно. Да стой! Подтягиваются рыбаки. Вон. К нам соседи пришли. Тоже рыбу ловит. Рыбачка.
мыйка. Каза мырмаган такалап келсе, жерлици нам же бутлам. Билетия. Уточка софтин далешка. Ох. Кучекватит. Ну, всякий кук час попадал в крышу, за стеклянка хотя бы. Жерлицы зовут? А флаги с носом? Я коршей до часу. О, тут мэджик. И с этим же стандарт. Стандарт. И все плотва. Откуда они взялись-то такие мелкие? Posnideš. Oj, posnid. Tu nada boštalem ja. Sen kulem dora kao idemaš. Opa. Jelet. 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 Опа, опа, крупняк, елец, ельцы, ельцы пошли. Видела никогда. И там, и тут, и везде, мелочь клюет, но приятно. Пиян. Елец я. Мы. Плотва. Там лук. Да, елец. Средний, средний размер. Мыйка. Пары что-то тут кладежные. Ах, что ты.
главное змить. Зиво виляж і відлились. Світлися мали. Ну то ще раз. Матішка. О! Дух контакт, видали? А, ми не. Де? Ми нема? Ось я відлала. Я відлала вже. Ой, я цапаю, якочка. Марло, ходь, ходь, молодця. Ай-яй. О, нічого. О, та журнай. Ялец? Ні, я хочу. Я хочу. Вообще надо? О, та я вже. Ну, кай, блин, так у мене. Давай, давай. Гляди, як вони. Не, це я мисля, що я шуть в уточка покупаю. Так, от я пляшкай. Уже уточка Сюди може не. Сюди може. Отак ще. Карту взяв. Уже крак пляжнув. Та удочка це лише він кумі черри бараки. Ну, там якраз той жорасочка. Ну, це відла лежа. Пойме, це відла лежа. Сиди на посніт. Ребята, я йду к Бурану за повербанком. Батарейка начала разряжаться, а повербанк я забыл. Буране. Рыбалка идет и даже клюет сегодня очень хорошо даже. Опа. Вот так. Сейчас еще вот покажу место рыбалки, где вот мы сидим. Вон Никита там. Никита в одиночку там ловит. Вот смотри. Видимо опять кого-то поймал или поклевка была, но сидит один сейчас. Палатку так вот мы установили, полностью не раскрыли там, и чтобы ветер не попал, вот так сидим. В палатке сидеть неудобно вдвоем, потому что глубина там оказывается почти 3 метра возле берега самого песка, и глубина такая огромная. И сейчас вот без палатки. Так, ну, в принципе, тепло сейчас. Вот. Здесь я под сумок оставил. Так. После нас вот с
следы, вот одна рыбачка пришла к нам, не рыбак, а рыбачка, почти без выходных, всегда любит посидеть с удочкой. Вот так, рыбалка продолжается. Сейчас пауэрбанк включу и дальше будем рыбачить. Даже как-то интересно рыбачить сегодня, сидеть. Хоть мелкая рыба клюет, но приятно. Мелочно приятно. Нормально. Жилка уже ты дала, но не нормально. За это все морало, да? Да, да. А Ёржи, это тяжело, не как мы сейчас будем. Я ешь шесть, что да, я могу. Елец. Что-то мало их. Обычно всю зиму яйцы берут, а сей год что-то тут одна плотва в основном. Бывает. Елец. Отпускаем ельчика тут, мука нашего. Тут тоже поклевка вон. Не, туда пускай, туда. Ослабляла. Это более-менее. Можно. Не будем капризничать. Есть контакт. Поели джамник-то. Джуля Кильчина. Пускай. Как моего друга. Ельчики-то наши. Мыки. Он твой клюет. Да я вижу. Семёныч, подчекай. Ух ты, жильчик. Ори! Давай, куски. Кольно. Куски. Ори. А, леска сорвался. Еще. Ничего. Леску порвали, ребята. Ой, клюет, чекай. Он там это застрял. Но. Жирный какой-то. Ё-моё, блин. Пряники нафрошили. Прикормно. Сразу рыба подошла. Все. Леска порвалась вон. Бурский гад. Давай, клюет. Да, это удобство. Так, такие. Надо это поменять. Ой, ужас. Крючок надо поменять. Ну как так? Бывает, что потом. Срывичал. Он. Не то. Убери отсюда свой чай. Сейчас он это не то. А убери. Блин, чай попить. Черекин или чай не лопнули. Он так чай только бочками гордый. Ой, блин. Думал, он уйдет. А? Думаете, Миша, он уйдет. Сомневался. Я засомневался. Твоей медленности. Ты как-то не успел, да?
Опа, есть контакт. Есть контакт. Ну, сюда он тирал. Тирал это его. Все равно. Рыба. Рыба, рыба. Мы не брезгливые. Скажем. Довольны этим. Так, а так. Значит, белая и мейка самика крама, значит, желтая таная. Белая мормышка ушла у тебя. А ты поставил? Сейчас они с ней. Там какая-то яркая, желтая и видно это. Чем цвет. Бардемуин. Если желтый, белый, если же полопук, то не мейка. Опа, есть. Так, нет. Ну, дружок, посерьезнее. Хоть один нормальный попался. Вот такой мык. Елец. Чуть-чуть не упал. А могу идти. Вот, блин, вот китра есть, да. Ну что ж так? Вот так вот, новая мормышка рыбу дала нам, поймала. Мы уже начали собираться, и клёв так не прекращается. Клюет и клюет. И, наверное, думаю, целый день тут сегодня будет клевать. 4 удочки мы устанавливали. Устанавливали 4 удочки. И где-то посидели, наверное, часа 2, может 3. И вот такой улов. Мелкие. Мелко, но приятно. Вон, смотрите, количество. Вон опять. Кренджук. Да, что уж тут сидеть. Не прекращается, я говорю. Вот сидишь и все. На 10 минут вообще смалкивает. Вообще ни одной поклевки нету. А дальше опять вот. Очередной елец. Начинали с плотвы. С плотвы. Вот такие плотвишки. И сейчас вот уже в середине дня начало клевать елец. И может до вечера будет так потихоньку клевать ельцы. Ну, можно, в принципе, посчитать там. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, так, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. 31, одна штука тут. И еще, наверное, где-то, наверное, десяток мы отпустили. Ну, совсем мелкие они уже. Крупнее у нас не ловится, и довольны мы этой рыбиной. Вот. Даже есть такие вот довольно не мелкие. Ставили одну жерлицу, и пока рыбачили, жерлица не сработала. Прикормка обычная у нас вот чуть выше, вот 4 лунки, и чуть выше у нас тут стоит прикормка. Прикормка у нас в магазине, брали в магазине, и там еще сухари мы размешивали сухарями. Короче, обычная прикормка. Ну все, будем собираться. Небольшой снежок, ветерок. Вот как устанавливали палатку. И сидели, ветер не попадает. Снег тоже минимально так попадало. И опять вот поклевки. Поклевки вот не прекращаются, я вам говорю. Будет клевать целый день. И здесь песок.
вот здесь песок. Там яма очень глубокая, там глубина, наверное, 8 метров, не меньше. А здесь вот песок. Песок, и возле песка буквально от берега, наверное, 4 метра пробурились, и тут уже глубина 3 метра. Вообще, оказывается, тут глубоко. Мы обычно там, на том берегу, кушков ловили, может, видео есть. А здесь, в этой стороне, как-то не останавливался, не рыбачил еще. Первая рыбалка у нас возле этого песка. Вот так. Какие тут следы. Это собака, не то. Выдра тут ходила тоже. Думаю, это следы выдры. Угу. Но мы никто, мы до чем. Да, собираемся все. Рыбалку будем заканчивать. Красиво смотрится, когда есть улов. Вон, смотрите как. Все красиво. Очередная рыбалка наша закончилась. Мы уже возвращаемся домой. Наловили немало рыбы сегодня. Спасибо всем, кто досмотрел очередной наш фильм. Кто не подписан, подписывайтесь. А на этом все. Всем пока и до новых встреч на Пройди в Коми.